уже 4 года пожил во всех ее известных городах. Мне не понять ее свободного народа. Меня преследует за будущее страх. Когда приехал, разобрался очень быстро. За корку хлеба здесь приходится пахать. Здесь хорошо живут банкиры и министры. И здесь любому на любого начихать. Сюда приперся я из знойного Сухума. Там по профессии я был кавказский вор. Да лучше всохнуть мне в пустыне Каракума, чем подписать себе позорный приговор. Когда приехал, то пытался, где возможно, по специальности работать воровской. Все незнакомо мне и очень осторожно. Шамонать караван начал опытной рукой. Но по карманам шаста быстро надоело, и я полез туда, где целый миллион. Так полицейские ж наручники надели, я был в тюрьму для уголовников свезен. Но пригласил я пару видных адвокатов, за деньги черта даже могут оправдать. Я вышел чистым и ни в чем не виноватым, клянусь, я в этом век свободы не видать. Я завязать решил с профессией шакала. Себе сказал я, не моли и не проси. И вдруг нечаянно мне совесть подсказала, а не пошел бы ты работать на такси. И я пошел на это каторжное дело, пахал как фраера в зали и до зали. Однажды